Всем привет! Сегодня будем разбирать песню из репертуара группы «Воскресенье не торопясь» в тональности ре минор, родная тональность. Сыграем вступление, куплет, припев и все подробно будем разбирать. Также все будет подробно написано у меня на сайте samouchka.nagitare.ru. Смотрите, там будут аккорды и текст песни. Итак, приступим. Не торопясь упасть, кружится пестрый лист, бегают стрелки глаз по циферблатам лиц. И отмеряя путь и назначая срок, будто бы невзначай новый начни виток. Снова натянут лук, снова взведен курок, новая нежность рук, прежняя твердость строк. Начнем из разбора аккордов. Первый аккорд ре минор, баре пятый лад берем, вторая струна на шестом, третья, четвертая на седьмом ладочке, басовая пятая струна. Следующий аккорд ля минор, берем также пятый лад баре, четвертая и пятая струна на седьмом ладочке. Здесь будет басовая струна шестая, прижатая в баре на пятом ладу. Следующий аккорд соль минор. Берем так же, как ля минор, но на третьем ладу баре. Четвертая и пятая струна на пятом ладочке. Басовая струна шестая. И будет аккорд си бемоль мажор. Баре шестой лад. Третья струна на седьмом, четвертая и пятая струна на восьмом ладочке. Басовая шестая. Есть. Дальше давайте разберем бой. Значит, я его играл так. На данном аккорде ре минор это пятая басовая струна. Играем сначала бас. Дальше. Вниз и вверх по всем струнам от четвертой струны, по четырем струнам. Играю я коротко, стаккато. Это я делаю таким образом. Я после удара сразу приподнимаю левую руку, пальцы отрываю немножко струны от грифа. И у меня глушатся струны. Вот так. Понятно, с тремя ударами. Раз, два, три. Четвертый у нас идет просто удар большим пальцем по струнам над грифом. Или вам может удобно тут, или где вам, короче, будет удобнее. Разницы существенной нет. Понятно, дальше. Играем. Снова вверх-вниз. Даже мы можем сыграть вверх глухой, а вниз уже прижать струны. И последний удар вниз идет по всем струнам, включая басовую струну. На аккорде ля минор это шестая струна басовая. Здесь играем по всем струнам. Последний удар. С боем понятно. Давайте перейдем к припеву.
Здесь игрался аккорд си бемоль мажор. Мы его берем по-хитрому. Мизинчиком прижимаем вторую струну на восьмом ладу. То есть не вот обычный аккорд, мы мизинчик убираем и прижимаем не четвертую, а вторую струну. Вот сыграли бас. Когда вверх играем, переставляем мизинчик на девятый лад, на вторую струну. И потом идем на ре минор. А на ре миноре мы играем мизинчик, также убираем с третьей струны, прижимаем вторую струну на восьмом ладу. А потом убираем и играем просто септовый аккорд. Прижата только вторая и четвертая струна. Еще раз. Вот, в принципе, все сложности у песни. Больше ничего там нет. Пробуйте, у вас обязательно все, конечно, получится. Всем спасибо, пока.